Смотри, это Слай Сталлоне. Можно мы с Арнольдом поиграем? Конечно, он приедет и поиграет с тобой. Арнольд, твой друг Слай звонит. Слай, ты не обязан спрашивать разрешения у Марии. Я же все-таки губернатор Калифорнии. Ладно, успокойся. Я так понимаю, ты играть не хочешь. Этого я не говорил. Конечно, я хочу поиграть. Что ты предлагаешь? У меня полно костюмов из разных фильмов. Если ты привезешь свои, можно будет устроить костюмированный бал. Как ты? Хорошие мысли, Слай. Скоро буду. Привет, Джеки. Ладно, милый, развлекайся со Слаем. Я заеду с тобой попозже. Сильвестр, твой друг Арнольд не хочет выпить лимонаду перед игрой. Ма, ты же знаешь, мы никогда не пьем лимонад, пока с нас 7 потов не сойдет. Хорошо, не скучайте, мальчики. Ну что, мы в одной команде или друг с другом драться будем? Давай лучше вместе биться с воображаемым врагом. Согласен, с громокошками. Можно, конечно, но я отдал сценарий громокошек на Paramount, а деталей не помню. Понимаю. Тогда займемся русскими, как обычно. Пиф-паф, получай коммуняка. Рэмбо, помоги! Иду, Терминатор. Карате раз, карате два. Ты убит, русский. Спасибо, что вытащил меня из этой передряги, Рэмбо. Скорее, нужно попасть на электростанцию. Кстати, а где у нас электростанция? Я уже говорил. Кретин, электростанция. Это дерево. А по-моему, электростанции должен быть бассейн. Электростанция, дерево, или я больше не играю. Погоди, погоди. Я слышу крики из соседнего дома миссис Робертс. Бежим, посмотрим, что там. Так, Слай, на счет три. Минутку, губернатор. А с каким кличем ты туда ворвешься? Я собирался крикнуть что-то вроде «Терминец тебе!» Может, это лучше оставить на концовку? Пожалуй, но тогда мне нечего будет начать. Ничего страшного, будем импровизировать. Мы же актеры. Приготовились. Раз, два, три. Я хочу испечь печенье. Слай, что за чушь? Как тебе такое в голову пришло? Слай Сталлоне, что ты себе позволяешь? Миссис Робертс, мы думали, вы в беде. А почему вы разгуливаете по дому голышом? К твоему сведению, я репетирую новую постановку выпускника. Извращенец. Погоди, я все твоей матери расскажу. Что это было? Не знаю, но кажется, я влюбился. Арнольд, не смеши, ей же лет 90. Сиськи есть сиськи. Сейчас нам мало не покажется. Слай первым начал.